И почему это очень часто происходит, когда мы убираем сон? У нас есть как минимум, ну мы только пока три разберем, три временных аспекта. Вообще времени не существует, время существует только в этой плотности. И когда вы научитесь ходить по нескольким плотностям, то есть это нормально, по нескольким плотностям ходить, это же опять наш мозг не дает, да, когда он говорит, там, а если НЛО, а если это? Ну, ребят, как бы, да, у нас есть звездная система, там есть, да, там в одной есть звездная система, в звездной системе есть там галактики, в галактике есть несколько звездных систем, там есть Вселенная, в которой есть миллионы галактик, и, конечно же, каждый, не все друг о друга знают, но кто-то знает друг о друге. То есть понятно, что мы не единственные, кто живые существа во Вселенной. Вот. И можем ли мы хотеть или не можем между мирами? Блин, ну, конечно же, можем. Это то же самое, что у нас сейчас наш воспаленный мозг понимает, что мы можем ездить из города в город, да? То есть сначала, например, дети знают, что мы можем ходить из комнаты в комнату, потом от соседа к соседу, потом мы можем ездить на другую улицу к бабушке, мы понимаем, да, чем больше ребенок растет, потом, что мы можем ездить из города в город. Но мозг не может иногда перерасти, что мы можем летать с планеты на планету. То есть он понимает, что там вот у нас есть космонавты, вот они летают, а то, что сам человек это сделать может, просто сделать может. У нас пока у многих нет этого восприятия. Но это не говорит о том, что этого нет вообще. И когда мы выходим вот в состоянии, а очень часто жизнь без сна, то эти состояния мы очень хорошо начинаем отлавливать. Что такое отлавливать? Мы начинаем отлавливать, соединять временные аспекты. То есть у нас внутри нашего аватара идет один временной контент. Что такое время? Это плотность, это сжатие. За аватаром другое время, другое восприятие плотности, другое временное плотность. И когда смотрит это кто-либо со стороны, другое восприятие плотности, третье.